Привет, друзья, с вами Федерация судебных экспертов, и сегодня у нас не совсем обычный видеоурок. Мы проводим землестроительную экспертизу. Землестроительную экспертизу в той ситуации, когда вы приобрели земельный участок и получили предписание какого-либо государственного органа, муниципалитета, прокуратуры, некой государственной инспекции на предмет сноса ваших строений, стоящих на вашем недавно купленном земельном участке. За мной находятся представители инспекции, они не будут входить в кадр по понятным причинам. И сзади у нас идет обследование, как раз таки геодезическое приборное обследование с применением GPS-аппаратуры реальных координат земельного участка. А в чем суть такой проблематики? Почему так происходит? Да потому что документы оформлялись у нас в 70-х, 80-х годах. И если вы обращали внимание, толщина карандаша, толщина той ручки, с помощью которого оформлялись границы земельного участка, по факту могут иметь ширину 10, 15, а то и 100 метров в зависимости от масштаба вашей карты. Вот и сейчас часть земельного участка, который у нас находится, я его специально не показываю вам, который находится у меня с левой стороны, для вас с правой стороны. Ровно половина земельного участка со строениями на нем залезла на территорию государственного учреждения.